Not a Christmas shining through our eyes, our smiles. You know it could shine all through all the good that we do for the people that don't have it so good. Not a Christmas shining. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Донали, и вас уже 85 подписчиков, я безумно рада. Да, к сожалению, я пропустила цифру 80, потому что очень была занята тем, что снимала для вас видео, и пока я разбиралась со всем этим, плюс работала, цифра 80 поднялась до 85, поэтому я поздравляю себя и нас, в общем, с вами, что... Вы нашли меня, что вы смотрите мои видео, что они вам вообще нравятся, что вы подписываетесь на меня. Мне это безумно очень сильно приятно, что это... Ну, мне это очень нравится. Спасибо вам, что вы у меня есть. Я стараюсь снимать интересные и веселые видео, а также полезными чисто ради вас. Не просто потому, что мне это нравится, но еще чтобы вам это все нравилось. Также тем, кто только-только недавно на меня подписался, вам я говорю большое спасибо, потому что цифра растет благодаря вам, новым подписчикам. И говорю гигантское еще большое спасибо тем, кто подписался и не отписывается, если ему нравится, конечно, мое видео, потому что цифра не падает от этого. Потому что в прошлом видео я сняла, что у меня 70 подписчиков, и знаете, как будто... моментально после этого видео от меня отписался один человек, и долгое время было 69 подписчиков. Знаете, это было как-то очень сильно обидно и больно. Что вот, там никто никогда, в принципе, не отписывался, но только до того, как я начала снимать Star Stable. А тут я сняла видео 70 подписчиков, и бац, один человек отписался и стало 69. Ребят, это очень обидно на самом деле. Это не важно, главное, что сейчас у вас 85, и я надеюсь, эта цифра не упадет ниже. Все вы видели, что я начала, что я вчера выпустила видео про свой телефон. Если вам понравилось видеть меня вообще вживую, не в Star Stable, а на его, пишите комментарии, хотите, чтобы я снимала какие-то видосики. Говорю сразу, правда, влоги я снимать не смогу, я слишком ленивый человек, у меня выходные проходят дома, потому что все остальное время я на работе, и то я сейчас в выходные начинала гулять со своими друзьями, но я считаю, что я не могу снимать влоги, потому что мне ничего интересного я снимать не могу во влогах. Вот, я могу, не знаю, всякие обзорчики там по поводу своих там коллекций драконов, что я люблю читать, я не знаю, видео про своих зверей. Вот такого типа я могу снимать видео, которые дом. Из серии сел, поставил камеру, снял. Так что если вы хотите видеть меня больше такой, какая я есть, а это, то бишь, очень веселая на камеру, очень с театральными эмоциями, вообще с какими-то... с какой-то непонятной мимикой на лице. Если вам это нравится, вас это устраивает, и вам смешно, и так же, как и мне, в принципе, пересматривать мои видео, где я на камеру, мне смешно их пересматривать, то пишите комментарии, какие идеи, что вы хотите, чтобы я сняла. Но видео я постараюсь снимать короткие, потому что, ну, длинные очень долго грузятся на YouTube. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем большое спасибо, что вы у меня есть. Я поздравляю вас, нас с таким зимним обликом на такой прекрасном снежном мустанге, на котором я долгое время просто мечтала попасть в зиму. Но так как зимы на Юрике нет, пришлось на лошади ехать. Да. В общем, спасибо вам большое. Давайте и дальше... идти вместе по Ютубу, смотреть мои видосики, а я буду и дальше вдохновляться, чтобы для вас интересного еще снять. С вами была я, Донали, и моя лошадь «Призрачная мечта». Всем пока!